Керен Клемент, действующий, пока еще действующий чемпион мира, серебряный призер Олимпийских игр, воспитанник того самого Бобби Кирси. Между прочим, побил рекорд Майкла Джонсона в залах 44,57. Ну а это олимпийский чемпион 2004 года Феликс Санчес, 31 год ему. Дважды был победителем чемпионатов мира 2001-2003 годов. Есть что об этом рассказать ему чуть-чуть позже. Скажу, Бершон Джексон, победитель чемпионата мира 2005 года, бронзовый призер Олимпийских игр в Пекине. Дэвид Грин до 16 лет занимался футболом, пришел в легкую атлетику. Сначала стал чемпионом Европы среди молодежи 2007 года, а сейчас попал в финал чемпионата мира. Перикис Якавакис, чемпион Европы. Феликс Санчес, мы уже говорили об этом в предварительном раунде, с 2001 по 2004 год выиграл 43 старта. Вот представляете, какая подряд. Потрясающая серия подряд, да. Он всегда бегал с таким браслетом красным на руке, и вот потом он его отдал в своеобразный музей ИАФ, в котором хранятся все знаковые вещи знаменитых людей. Ну а меня очень удивляет вот тот парень из Тринидада и Тобаго, который по второй дорожке бежит. Представляете, ему 17 лет, ему всего лишь 200 не хватает для того, чтобы установить рекорд Тринидада, который держится уже с 1987 года. Прелюбопытный, конечно же, момент. Не попал Ван Зил, лидер мирового сезона, напомню, не попал в финал. Бершон Джексон, Керен Клемент, не знаю, может быть, Санчес. Как Клемент летит просто, хватит ли здоровья, да вы посмотрите, с каким он отрывом сейчас. Ну, где-то должен уже набегать Бершон Джексон, трудно сказать, где между ними Санчес. Нет, Керен Клемент вырывается вперед, такой силовой, манера у него такая силовая. Рядом этот 17-летний мальчишка из Тринидада накроет, нет, трудно сказать, там еще по восьмой дорожке Кулсон, боже мой, какой финал! Кулсон нет, второй. Керен Клемент выигрывает 47,92 секунды. Время по бегущей строке. Время, может быть, будет уточняться. Но даже этого времени хватает для того, чтобы сказать. Вот новый лидер мирового сезона. Новый лидер мирового сезона, который подтверждает свой класс. Удивительно, конечно, вот этот парень из Пуэрто-Рико завоевал серебро. Это потрясающая сенсация. Я говорил, впервые попал в финал. Вот этот вот парень, пятый номер, Бершон Джексон. Обратите внимание на его шиповки и на его ленточку. Его Бэтмен, под именем Бэтмен, знает в мире легкой атлетики. Вот, обратите внимание. Человек-летучая мышь. Так его зовут. Среди друзей, коллег, легкоатлетов. Итак, смотрите, что творится. Хавьер Култон, тот самый Рот.